Но вот если крылья будут так и дальше играть в третьих периодах, как вчера был с Атаманом, как сегодня с командой Кронштадт, то могут быть проблемы. Но вот только я это начал говорить, как Бернардо Мартин берет и забивает 8-й гол в этом матче. 6-2 в исполнении Бернардо. Этот удар, конечно, великолепен. 7-й гол. 7-й гол Бернардо на этом турнире. 2-й гол сегодня. Классно. Посмотрите, мяч летит и без шансов. Без шансов, конечно, для Рогачева. Пускай и далеко было. Сергей Володин снова появляется в